Всем привет! Дима Простов сегодня немного опаздывает, и это неудивительно. В этом выпуске мы поговорим про Эстонию и покажем одно из самых интересных IT-пространств этой страны. Обязательно смотри ролик до конца. А вот, кстати, и Дима. Мы идем в гости в лифт 99, и нам проведут здесь экскурсию. Привет! Привет! Как дела? Лифт 99 – это международный стартап-хаб, у которого есть два филиала. Один расположен в Киеве, Украина, другой – в Таллине, Эстония. Таллинское подразделение считается настоящим домом эстонской стартап-мафии, из которой вышли такие международные компании, как Skype, Taxify, TransferWise, Cash PipeDrive и многие другие. Сегодня выходцы из этих проектов помогают начинающим от акселерации до прямых инвестиций в стартапы. Само собой, толковых разработчиков здесь ценят и хантят чуть ли не при первой встрече. Один из главных инфраструктурных проектов резидентов коворкинга Лифт 99 – это организация Гараж 48, которая проводит хакатоны в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Расскажи, пожалуйста, об организации Гараж 48. Окей, Гараж 48 – это организация, которая делает хакатоны. Ты знаешь, что такое хакатоны? Мне надо объяснить людям, что такое. Объясняй. Окей, хакатон – это такой формат события, на котором люди собираются вместе в команды для того, чтобы, например, решить какие-то технические проблемы, челленджи, или для того, чтобы разработать свой стартап. Мы больше фокусируемся на втором формате. То есть что мы делаем? Мы собираем людей с разным бэкграундом. Обычно это девелоперы, дизайнеры, бизнес-люди, например, маркетологи и так далее. И отраслевые какие-то специалисты, если это отраслевой хакатон. И они презентуют свои идеи, пичат на протяжении там, 90 секунд, собирают людей в свою команду, и работает над разработкой прототипа на протяжении 48 часов, поэтому Гараж 48. И в итоге они делают презентацию, опять-таки питч, 90 или 180 секунд, на котором они должны представить свой прототип, то есть это не может быть какой-то там, не знаю, PowerPoint, условно говоря, это должен быть работающий прототип, и рассказывают о своей бизнес-модели, рассказывают о том, провалидировали ли они продукт или нет. А провалидировали это в смысле, что общались ли они с потенциальным клиентом, есть ли кто-то желающий реально платить, устанавливать приложение и так далее. И мы выбираем победителей, и дальше помогаем им, там, не знаю, follow-up, русское слово, последующим менторством, даем им призы. Мы существуем уже на протяжении 8 лет, мы появились в Эстонии, как раз вот Рагнар, с которым вы встречались, один из основателей Гараж 48, основатели многих других эстонских крупных стартапов, тоже среди наших основателей. И у нас есть несколько реально крупных историй успеха. Например, несколько лет назад мы на хакатоне в Минске, у нас была команда Masquerade, которые через 4 месяца после того, как они поучаствовали в хакатоне, разработали свое приложение. А что делало приложение? Оно накладывало, по факту, это AR, приложение, которое накладывает маску на твое лицо, очень хорошо, плавно работает. Так вот, через 4 месяца у них было больше миллиона установок, и их купил Facebook за там, довольно солидные миллионы. 4 месяца, и вас покупает Facebook, благодаря ребятам, которые организовали хакатон. Во-первых, я очень уважаю этих ребят. Я хорошо знаю как Евгения, так и Сергея. Так вот, Евгений был на 5 разных хакатонах, и на последнем он сделал маскарад. Я сам лично видел, как с каждым разом он становился все лучше и лучше, он рос, изучал спрос, вместе с этим улучшая свой собственный продукт. Я не инвестор, к сожалению, и деньги в моей жизни ничего уже не изменят. Но для меня очень важно понимать, что я помогал делать первые шаги команде маскарад. И сейчас все люди из бывшего Советского Союза могут прочитать их кейс. Глобальная компания за 4 месяца, сделка на сотни миллионов долларов с Facebook. Для многих кажется, что это вообще какая-то фантастика, что-то немыслимое. А я вот иногда думаю, что они, может быть, где-то поторопились. Продали слишком рано, если подумать. Но я очень уважаю этих ребят, дружу с ними. Женя живет в Калифорнии, Сергей в Лондоне. И даже несмотря на то, что у них сделка закрылась в самый подходящий момент для них, я всегда думаю, а что если бы они чуть-чуть подождали еще? Что было? Где мы находимся? Мы сейчас находимся в комнате Hornets, где находится моя организация, Гараж 48. Вот тут у нас очень-очень аккуратные столы. Тут Hornets будет, да? Я не думаю, нет. Стулья тоже будут. Они, кстати, могут быть выше тебя, правильно? Ну, я не знаю, что этого, по-моему, ограничение на 1.5 метра.
Сейчас смотри. Я выше, чем 1.5 метра. Интересный факт. Стол можно поднять всего на 1.5 метра. Если голова устала, то так сойдёт. Да-да-да, работая стоя. Давайте. О, боже. Маленькое землетрясение. Кухня. В принципе, мое любимое, наверное, место в офисе. Где все собираются, общаются, происходит нетворкинг. Ты все сказала, только про еду не сказала. Еды бесплатной нет, но кофе, чай. Кстати, нет, еда бесплатная бывает. Сегодня будет. У нас каждый месяц Meeting Friday. То есть возможность для членов Geek 99 пообщаться, познакомиться с новыми участниками. Ну, в основном ты просто приходишь потусить со своими друзьями, которые тут работают, выпить пиво, съесть пиццы, но также новых людей встретить. Мы приехали в правильную дату. Очень правильно. Я бы сказал, что самое главное – найти свою компанию. Если ты работаешь в успешном стартапе, то ты очень быстро можешь изучать многие вещи. Это причина, почему Эстония известна во всем мире благодаря своим стартапам. У нас был Skype, там было 400 человек, и многие из них видели на собственном опыте, что даже в одной из самых маленьких стран мира можно сделать глобальную компанию – самый успешный стартап во всем Евросоюзе. Даже в долине многие знали о Skype, многие узнали об Эстонии из-за этого. Один стартап, который прокачал всю страну, заявил о ней на весь мир. В Toxify люди сейчас работают по 100 часов в неделю, но их доходы растут в 10 раз. Но их доходы растут в 10 раз за год, представляете? И если бы я сейчас был бы молодым человеком, я бы сделал все, чтобы работать в такой быстро развивающейся компании. Это флекс или не флекс? Это флекс. Вот это все пространство, это флекс-деск. Отсюда очень классный вид, мне вот чем это пространство очень нравится. Тем, что тут видно телескины. Сейчас он, конечно, не самый радужный, потому что погода немного испортит. Телес киви. Это кирпичный камень. Киви – это камень, телес, очевидно, это кирпич. Ребят, киви – это не платежная система. Да, и не фрукт. И не новозеландцы. Да. Вот, кстати, отсюда видно, киви пабер киарит – это камень, ножницы, бумага. Вообще очень, не знаю, мне очень нравится работать в как в самом лифте, так и в самом районе Телескине. Тут постоянно что-то происходит. То есть, например, переезжая в Эстонию из Киева, немножко иногда больно от того, как мало всего тут происходит по сравнению с Киевом. Но если где-то и есть эпицентр происходящего, то мне кажется, это вот лифт в Телескине. Кстати, для русской аудитории будет любопытно, я думаю. Сталкер. Сталкер, да. И внутри тоже. Я был самый неуспешный человек во всей Эстонии. Мой первый стартап был полностью провальным. Самая главная газета в Эстонии вышла с передовицей обо мне. Этот парень сделал так, что его стартап обанкротился. Ужас, криминал, он аферист. И это был United Dogs, своего рода Facebook для кошек и собак. Во многих странах половина семьи имеет более одного домашнего животного. У нас было около 500 000 пользователей, но вот финансового успеха не было. Мы сильно зависели от рекламы и слишком долго сидели на домашнем рынке в Эстонии, хотя могли выходить в Италию, Чили или еще куда-то. Также мы облажались тем, что не позаботились о каждодневной востребованности нашего продукта, как Instagram или Facebook. Неправильная бизнес-модель. Потом у нас еще был конфликт с инвестором, тут моя личная ошибка, я выбрал неправильного инвестора, с ними было не очень комфортно работать. Как итог, это было очень тяжелое время, у меня была продолжительная депрессия и вообще-то я с большим трудом выбрался. Но сейчас делаю два проекта, которые стали успешны и помогают другим предпринимателям в IT. В туалете Владимира Путина. Он вместе с тобой, между прочим, с тобой разговаривает, говорит: привет, привет, старый приятель. Ребят, я останусь здесь, всем пока. Мне надо срочно уединиться. Близкое общение. Удачи. На этом все. Дима спрятался в туалете, я подозреваю, его забрал Путин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите следующий выпуск. А закадровый голос все еще видит, что ты не нажал на кнопку подписаться. Давай, нажимай. Подписаться на канал, подписаться. Давай, нажал. Давай, нажимай. Клик-клик, давай, ну...